Доброе утро. Смотрите, какая красота. Весна, это вообще замечательная красота. У нас был небольшой дождик, и цветочки немного поникли. А вообще очень красиво. Смотрите, какая прелесть. Немножко малинка наклонилась. Куст вырос из каждого. Цветоносик пошел. Видите, какой красивый крупный цветочек. А сегодня немножко поговорим о курочках. Это петушок у меня Арпингтон. Порода замечательная, мясо-яичная порода. Смотрите, какой он солидный, красивый. Они несутся хорошо и у них очень большая грудинка, у этих пород курочек. Они очень хорошо спокойные, миролюбивые. Посмотрите, какое оперение красивое. Этот петушок у нас гуляет по воле, везде, где ему нравится. Так как мы развели другую породу курей, вот эта порода Лигхорн, они намного мельче, но они несут крупные яйца, и эти петухи дрочливые. Они бьют того петуха до крови, забивают. Два петушка, они очень дерутся. А вообще Лигхорн – это замечательная порода. Кому не нужно с них мясо брать, они мелковатые. Видите, вот моя рука и курица. Но яйца очень-очень крупные. А это я хотела скрестить. Мастер Грей у нас были куры и арпингтоны. И получилось переводня. Арпингтон не получился. Лапки толстые. Получилось переводня, но тоже хорошая мясо-яичная порода. Но цвет совсем другой. Получилось не мастер Грей, не арпингтон, а непонятно что. Петухи запели мои. А сегодня я вам покажу от этих легорнов цыплятки у нас вылупились. В инкубаторе вчера вылупились, а сейчас покажу, как они себя чувствуют и что они там уже на сегодняшний день делают первые сутки. Мы их поместили в сарайчик. А вот и наши цыпляточки. Они сидят тепленько под лампой на опилках. Температура тепленькая, боятся. Первый день они мою руку увидели. Конечно же, испугают. Здесь у них водичка в поилке. Они еще не пили, я вижу, видимо, потому что нету никаких ни крошечек, ничего. А вот один маленький пошел уже кушать, пробу снимает. Ну, у них стадный инстинкт, кто-то один пойдет что-то кушать или пить, и они все пойдут. Поить мы будем по целой схеме их первые дни. Выпаивать, выкармливать. Я вам схему расскажу в следующем видео. Сейчас я немного занята. Сейчас я начну, ухаживать за своими курочками. Нужно их покормить, водичку поменять, почистить кое-где. Вот так же будут жить мои цыплятки. Смотрите, под лампой они с опилками. Здесь насыпали сено. Ну, когда они начнут бегать везде, им будет здесь неплохо и очень даже хорошо. Это цыплятки породы Лигхорн. Ну, ничем они не отличаются от обычных цыплят. Они все одного размерчика рождаются. С яйца вылупливаются абсолютно одинаково. А затем начинается оперение другого цвета и размер самих цыплят. Здесь меня мои куры ожидают, ждут, когда я их покормлю.
Здесь битый ракушняк им даем для того, чтобы яйца были крепкие, скорлупка. А сейчас хочу посмотреть, что они мне тут снесли. О, на этой полочке два яичка. Алиса, уйди. Это собачка моя. Вот она сидит, хочет яйцо, просит. Ой, а здесь сколько они снесли, смотрите. Два. Четыре. Сейчас посчитаю. Шесть. У меня легорнов 9 курочек. Сейчас посмотрим, сколько они за сутки снесли яичек. Кто там бегал, я испугалась. Там курица бежала. На меня хотела клюнуть за руку. А здесь мы ставим, чтобы они знали, где нести, деревянные яички. Это они лапками их попачкали. И оставляем им на сесте деревянные яички. Вот, смотрите, сколько я вынула яичек. 2, 4, 6, 8 яичек. 9 курочек. А это другая порода. Яйца по сравнению с мясо-яичной породой довольно-таки крупные. Это какое-то длинное в этот раз получилось. Арпентоновское. Смотрите, какие крупные яички. И каждый день они несут по одному яичку. 9-я курочка снесет чуть позже. Хорошая порода, замечательная. Мне очень нравится. Вот это, наверное, еще не неслась. Красотулька маленькая. А ты куда полезла, Лиска? Тебе надо яйцо? Да? Ну, на. На. Иди. Все, получила яйцо и убежала. Радостно. Она очень любит яички. А здесь они живут, вот так ночуют. Пыльно у них сильно, пыли много, надо будет почистить. Мы уезжали, оставляли на соседей. Почистим, все уберем, все будет у них классно. Куры очень хорошие, замечательные. Ты пришел сюда проверить, как я буду кормить курей, да? Мальчик. Серафим его зовут. Он у нас ходит везде. Такой любопытный. По дорожкам ходит. Как собачка за мной бегает. Везде. Я копать огород, он копать огород. Я туда, он туда. Везде с ним. Сейчас начну. Начну, сейчас буду вас кормить. Не кричите. Я набрала пшенички кормить своих курочек. А этот арпентончик уже должен пробу снять. С ведра первый должен попробовать. На. Видите, он любит с общей кастрюли кушать. Хочет в коллектив? Конечно, хочет. Я что, против? Иди. Иди, тебе хватит. Ну, они начинают его кусать до невозможности, до крови. Смотрите, как они меня кричат. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Пошли, кто будет кушать? У нас такие кормушечки поделаны с ручкой для того, чтобы можно было так высыпать. Кормушечка чистая. Вот, насыпаем. Они себе кушают, становятся по краю. Очень им удобненько. Видите, как? Теперь этих покормим. В разных сторонах, чтобы всем хватило, никто не дрался. Вот так они подходят себе и кушают. Вот видите, порода как отделяется от породы. Легорны все в одной стороне кушают, а старые курочки в другой кормушечке. Ну, петухи иногда подбегают и туда, и туда проверяют. А эти вот все отдельно. Интересно. Эти старые уже перестают нестись. Я жду, когда они перестанут вообще нестись. Тогда можно будет их убрать и оставить легорнов. Так как эти мясо-яичная порода намного больше съедает
чем вот эти малыши. А яйца вы видели у всех одинакового размера. Вообще леггорн это замечательно, у них яйца очень крупные. Мы эту породу вывели, купили не цыплят, мы купили, а яйца и поставили в свой инкубатор. Купили 30 яичек. А было в основном очень много петухов. Вывелось 20, 21, по-моему, 21 цыпленок. Сильно много было петухов. А курочек было только 9 штучек. И вот это то, что имеем. И с этих курочек мы уже взяли яички и сделали себе молоденьких, новеньких цыплят. И будет у нас порода. Яиц будет море. Все, девочки, кушайте. Сейчас поменяем водичку и все. Кормежка на сегодня закончена. Так как сыро на дворе, неприятно. А еще очень неудобно, вот у нас в сетке они находятся, а верх открытый. И все время вот на этих рамах сидят голуби и прыгают туда, когда курочки идут нестись, прыгают в кормушку и едят ихнюю еду, пшеницу. Что мы там им даем? Отруби смешиваем, трем кабачок. Когда что есть? Бурячок. И очень неудобно. Надо будет закрывать чем-то. Наверное, сеткой из-под огурцов. Чтобы голуби не проходили. Потому что голуби очень жирные получаются. Жирнее, чем наши курочки. Съедают еду моментально. Все, всем удачи, всем пока. На этом заканчиваю свой репортаж. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.